Tesla Cybertruck, футуристичный пикап, который больше похож на марсоход, был представлен нашему вниманию в ноябре 2019 года. И по мере того, как раскрывается все больше и больше подробностей, похоже, что он может стать лучшим пикапом из когда-либо созданных. Возникает логичный вопрос, а почему же Cybertruck может стать лучшим из лучших? Попробуем разобраться в этом видео. Меня зовут Андрей, присоединяйтесь к просмотру, друзья, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Tesla Cybertruck скоро появится на рынке, и выглядит он просто потрясающе. Компания создала ряд удивительных автомобилей, включая Cybertruck, который презентовали еще в конце 2019 года. Однако Cybertruck не обычный пикап. Основным примечательным элементом является то, что он полностью электрический, и водители должны будут рассчитывать на запас хода в 240 миль при полностью заряженной батарее. Компания заявила, что они продолжают проводить исследования в области мощности аккумуляторов своих транспортных средств, поэтому возможно, что будущие итерации Cybertruck могут иметь больше запас хода, и покупателям не придется платить дополнительно за такие потрясающие возможности. Электропикап также рассчитан на долговечность, в отличие от автомобилей некоторых конкурентов, поскольку другие автомобили часто служат всего 10 лет или меньше. Конечно, все зависит от характера вождения. Cybertruck – это глоток свежего воздуха, поскольку официально заявлено, что его максимальный пробег должен составить 750 тысяч миль, и скорее всего ресурс будет еще увеличен. Даже если вы проезжаете 40 тысяч миль в год, что довольно много, Cybertruck прослужит вам почти добрых 20 лет без особых проблем, благодаря высококачественным деталям, которые используются при создании электродвигателя, кузова и всего остального, пикап должен прослужить долго. В конце концов, Tesla – это имя, известное качеством, когда дело касается их автомобилей. В создании пикапов большое внимание уделяется возможности перевозить много грузов, а также иметь возможность выезжать на бездорожье. Что ж, электропикап Tesla легко справляется с обеими задачами. Он имеет грузоподъемность 3500 фунтов, а также каждый пикап будет иметь адаптивную систему пневмоподвески. Благодаря адаптивному расширению воздуха он имеет дорожный просвет около 16 дюймов. Что касается буксировки, то рейтинг буксировки Tesla Cybertruck достигает 14 тысяч фунтов в полноприводном варианте. Версии с одним и двумя электродвигателями буксируют 7500 и 10 тысяч фунтов соответственно. Пикап не только способен перевозить людей, грузы и двигаться по бездорожью, он также обладает серьезной способностью двигаться быстро. Cybertruck работает на том же уровне производительности, что и спортивный автомобиль. Он не только может тянуть Ford в гору, но и может участвовать в гонках и побеждать. Cybertruck обладает возможностями грузовика и характеристиками спортивного автомобиля. И это просто потрясающе. И еще один пример того, почему это может быть лучшим пикапом из когда-либо созданных. Когда вы сможете тащить тонну груза и обогнать спортивный автомобиль, вы поймете, что сделали правильный выбор. Также глава Tesla Илон Маск часто говорит о том, что компания прикладывает максимум усилий по созданию программного обеспечения для автономного вождения, которое в конечном итоге будет более безопасным и более квалифицированным, чем водитель-человек. Обычно люксовые автомобили ассоциируются с такими технологиями, но за дополнительную плату человек сможет оснастить свой Cybertruck этой впечатляющей технологией, которая, собственно, продолжает становиться все более и более совершенной. Затем есть еще одна небольшая деталь, которая делает интерьер еще более впечатляющим. При управлении пикапом следует иметь в виду одну вещь – он имеет достаточно большие габариты. Использование обычного зеркала заднего вида может затруднить движение задним ходом. Однако это было предусмотрено, и в электропикапе будет установлено цифровое зеркало для обзора, которое является не столько зеркалом, сколько высокотехнологичным экраном, который показывает водителям все то, что находится позади автомобиля. Однако не только автономное вождение и высокотехнологичные зеркала сделают вождение Cybertruck незабываемым. Он будет оснащен 17-дюймовым экраном, который сможет воспроизводить музыку, транслировать Netflix, служить точкой доступа Wi-Fi для телефонов и сможет развлекать водителей и пассажиров. Учитывая то, что появится множество развлечений для пассажиров, наверняка пикап особенно понравится семьям с детьми, которым часто бывает скучно в пути. Катаясь на Cybertruck, эти дети получат столько удовольствия, что им не захочется добираться до места назначения. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Также не забывайте подписываться на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр. Отличного вам настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока.